Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости этого канала. Вы находитесь на канале Генезис, и я рад вас приветствовать. Мы продолжаем следить за свежими новостями разработки мобильного сталкера и делиться ими. Автор радует нас новыми фишками, открытиями и нововведениями. Сегодня мы посмотрим новый билд сталкера под номером 1107. И если вам нравится этот ролик, то поставь лайк и оцени труд автора. Также в описании к видео есть ссылка на группу автора. Настоятельно прошу, перейди и подпишись. Автор проекта очень старается создать топовый проект, так что давайте поддержим его. Спасибо, приятного вам просмотра. Этот билд полностью посвящен особой локации из игры Stalker. Эта локация называется Кордон, и автор сейчас создает ее. Но в этом билде мы уже видим, насколько крутая и мощная это будет локация. Вот так Кордон выглядел в первых билдах. А вот так он выглядит сейчас. Круто, правда? Также автор создает новые локации и врагов, посмотрите скриншоты. Все скриншоты автор выкладывает в группе проекта, так что заходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить что-то новое. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если это так, то не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо. Пока.